Сейчас самое время выйти на крипторынок и начать зарабатывать. Если вы хотите заработать на биткоине, то советую вам проект Start.com, на котором даже не надо переводить деньги в криптовалюту. Просто регистрируйтесь и начните зарабатывать столько, сколько вы сможете. А специально для вас я сделал депозит на 14 тысяч рублей на сумму 55 тысяч рублей. В итоге вышло 68 тысяч, что я легко вывел на свой Kiwi кошелек. Подробная информация в описании. Как дела? Приветики. А ты еще в Москве? Туманец, привет, брат. Как делишки? Не все еще знакомы с Туманным Сашкой. Познакомьтесь. Пока есть время, он отвечает на смски. Можете зазнакомиться с ним. Или он уже не отвечает на смски. Алам, привет. Салам тебе от джигитов и Ристон. Плотный саламчик летит джигитом и ристонским. Всем привет. Мияги купается, я его жду. Салам тебе от Лизы. Лизе тоже салам. Астраханцы, всем привет. Блин, нет, вот вчера были на футболе. Это вот Алан задает вопрос, как было на матче круто. Атмосфера, базару нет, но вот нулевая ничья вообще меня что-то не устроила. Дичь какая-то. Я пришел на голы смотреть, а там ни одного. Азамат вообще за Анжи болеет. Что он там вчера делал, я понять не могу. На футболе. Вы на море? Мы сейчас в Сент-Тропе. На футбол? Нет, не собираемся. Больше нет. Я больше не пойду на футбол никогда. Капитан когда выходит? Это этот, можно говорить об этом, Вахич? Или пока секрет? Пока, да. Пока секрет, друзья, так что... В процессе. Все в процессе. Сент-Тропе. Я всю жизнь на Сент-Тропе езжу. Каждые выходные. Уже пора привыкнуть к этому. Я уже не тот, что был вчера. Saint-Tropez One Love. Давай эфир с гостем. Можно, в принципе. С каким гостем? Я могу сейчас на выбор опять попасть в какого-нибудь... О, кстати. Где там Туманчик? Че, он не хочет присоединиться к нам в эфирчик? Тумани, тумани, йоу, тумани, мани, тумани, тумани, йоу, тумани, мани. Блин, почему не удается подсоединиться никому? Туманный ёж. Туманный фош. Ну, это так, любя, не подумайте. Так, где кто? Никому нельзя подсоединиться, друзья. Блин. Я люблю подсоединить. Так. Здорово, братка. Здорово, братка. Туманио не может присоединиться к нам. Это очень обидно. А вот негодяй. Шантропе.
Чем занимаетесь? Ну, разными вещами. Так, еще раз пробуем подключение. И наш сегодняшний счастливчик Канумик. А, ожидание. Сейчас мы выезжаем, Азамат скупается, выезжает. Выезжаем. Давай. Вы еще сидите? Привет. Серьезно? Как дела? Вот вы неподготовленные, подключайтесь ко мне в эфир, и у вас связь тормозит. Это вообще должно быть, ну, вы понимаете, что не каждый день же такое. Стыдно должно быть. Ну вот, я только подключился и уже, короче, отключаюсь. Ну хорошо, этот, пока. Главное, чтобы мы увиделись. Так обидно, конечно. Вот только подключился и все. Давайте дальше. Ладно. У кого тут хорошенький интернет? Теперь подключаемся Аурумова. Аурумова. Она растерялась. По-моему, не она растерялась, а интернет у нее растерялся. Привет. Привет. Йоу-йоу-йоу. Здравствуйте. Привет, привет. Как дела? Ой, я не слышу. Почему? Так неожиданно. Так неожиданно? Вот я опять сейчас... Я не слышу ничего. Раз, два, три. А вот так? Слышно, но вообще очень плохо. Почему? У меня такое уже было. Как ваши дела? Если меня не слышно, как мои дела? Этот, хуёво. Не слышу. Блин, я в шоке. Я вас так обожаю, я не могу, я вообще, вы вообще мой кумир. Спасибо большое. Я вот в Махачкале была у вас на концерте, это было что-то. Спасибо. Хоть я вас не слышу. Ну ничего страшного. Я вообще, блин, неплохо. По губам. Как? Спасибо. А, вам спасибо. Все. Ну, этот, я дальше, короче. Спасибо. Пойду, целую. Да. Взаимно, пока. Давай, пока. Моя хорошая. В Махачкале было очень классно. Вы не представляете, друзья, даже как было в Махачкале. Так, не только твой. Со мной, Сослан. Братишка. С тобой хоть звездочку с неба. Так, кто следует, чей? Возможно, сейчас повезет. Сейчас. Санька нету. Он не удается подключиться. Неудачник. О, Арсен. Арсенчик. В Краснодаре было лучше. А что было в Краснодаре? А, ну... Камон. Давай, Арсен, подключайся, брат. Йоу. Надеюсь, у тебя интернет нормальный? Салам алейкум. Ха-ха-ха. О! Как ты, брат? Это Арсюха. Братан, тут все свои. Шалам. Здорово, пацаны. Моя будка уже в этот в экран не помещается. Подожди, как здорово. Не помещается? Вот смотри. Я знаешь вообще где сейчас? В Армении, Васечка. Серьезно? Да. А что в Армении? Просто отдыхаю вот. Нифига себе. Ай, молодец. Оттуда просто... через Грузию в Осетию приеду. Когда? А? Когда ты приедешь? Когда? Вот как раз когда ух это как будет. О, отлично. Ну все, пересечемся. Когда мы там увидимся. Мы там же будем. Как на футболе вам понравилось? Бля, если честно, братан, вот 0-0 это вообще не в кассу, короче, было. Игра беспонтов, как надо.
Представь, 8 дней. В Питере вообще атмосфера, блин, эти все дни, я вообще в шоке был. Я сегодня прилетел в Москве, сюда. В Сочи. В Москве везде, класс. Где проходит, говорят, да. 36, жара, короче, обжигает. Тут пипец как жарко. Там красиво? Да, очень. Блин, надо добраться тоже до Армении. Ну, ребята, вас тут ждут, короче. Спасибо. Я с вас плыву, я был у вас на концерте. А на каком ты был концерте? Ну, в Петербурге, конечно, культурная столица. Молодец, молодец. Ой, ну спасибо, Господи, так приятно. Ты умеешь удивлять. До слез. Сами, как дела, сами? Нормально. Нормально у тебя? Забавно. Все, короче, ладно. Как обычно, все прилично. Короче, увидимся. Хорошо, брат. Продолжайте, давайте. Йоу, йоу. Хорошо. Блин, ненавижу Остинов подключать. Так, Рома, Дига, ты? Ты здесь? Сейчас, если ты здесь, я тебя обязательно подрублю. Так, где ты? Не удается присоединиться. Блин, у тебя не удается подсоединиться. Жаль. О, ну это не он. Так, то есть... О, Кади. Кади, представителем. Хаджиме. Хаджиме. Представитель Хаджиме. Да. Я шучу. Вообще пофигу. Привет из Абхазии. Привет. Со мной. Короче, Кади не подключается что-то, братан. Не подводи. Ладно. Кади не пошел. Так. Кто здесь есть? Ты откуда, братан? Ничего. Я с Казахстана, с Каменогорска. Казахстан? Казахстан, да. Улав, братан. Взаимно, братан. Чё, как, чё мутишь? Чем занимаешься вообще по жизни? По жизни учусь, работаю. Сейчас в России живу. На... Блин, братан, надеюсь, это не из-за концерта? Нет, это просто так, личный. Личный? Ну, слава богу. А то я подумал, что она такая, типа, ой, да ну нафиг этих хачей, я хочу, короче, на пойти на Егора Крида. И ты говоришь, нет. Ну, это... все тогда. Удачи, мира, спасибо. Мира, добра, в Казахстан, салам, теплый летит. И вам всего хорошего. Все, хорошего, давай, брат, от души. Все, счастливо. Спасибо, брат. Так, друзья мои хорошие, мои писюлечки, мои вонючечки, на связи. Я как-нибудь еще закачу к вам. Йоу.